Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу вместе с вами полистать раскраску «Снежная принцесса». Книга для раскрашивания, арт-терапия, Хобитека. Ну, мне она досталась за 50 рублей на книжном складе. Вообще, из этой серии много разных раскрасок. Ну, по крайней мере, 4-5 вроде бы точно есть. Как-то мы с вами листали «Алису в стране чудес». Ну, там я ее не себе покупала, и, честно, она хоть и хорошая, но там для меня лично очень много мелких деталей, поэтому ее брать не стала. Другие как-то листала и не поняла, хочу или нет. Ну вот, и до сих пор не знаю, буду остальное брать или не буду, но вот «Снежная принцесса» мне раскраска понравилась. Это несмотря на то, что зиму я не люблю, но вот именно в раскрасках зима мне нравится, потому что как-то атмосферно получается. Здесь меня... И вы знаете, в раскрасках готовые фоны я далеко не всегда люблю, по крайней мере, раньше мне не нравилось. Но в некоторых раскрасках готовые фоны, вот как здесь, все-таки классно выглядят. Тем более, что сама фоны я не очень-то умею делать, только совсем-совсем простенькие. А здесь и оттенки мои любимые, поэтому думаю, что... Надолго мне данной раскраски хватит. В принципе, я считаю лично для себя, что я не обязательно буду зимнее раскрашивать только зимой. То есть, наоборот, как говорится, на расстоянии и любится сильнее, поэтому, может быть, даже более классно и атмосферно зайдет это летом. Вот. Но и, разумеется, зимой тоже. И... Тем более, что февраль, например, да, у нас тоже зимний месяц. Соответственно, что-то я здесь пораскрашиваю. Вот, кстати, я когда открыла, по-моему, мне попался вот этот разворот. Он очень классный, фон потрясающий. Поэтому где-то здесь уже и оттенки заданы. Вот это мне нравится. Бумага здесь плотная, гладкая, но как поведут себя какие-то творческие материалы, в принципе, я не знаю. Будем пробовать. Ну вот уже классная елка раскрашена, то есть можно только раскрасить игрушки. Нет, очень... Вот это мне нравится. Здесь как бы детали и не крупные, и не мелкие. И нравится, что уже совушка с лисой раскрашена. Вот здесь может быть очень интересно получиться. Такое впечатление, что создатели данной раскраски знали, с чем у меня при раскрашивании могут быть проблемы. А именно с животными, там всякими лисами, совушками, с фоном. И все для меня сделали заранее. Ну вот здесь только совушку не раскрасили. Слушайте, как классно, посмотрите. Какая потрясная пара. Танцевать ночь напролет. В общем, все как я люблю, поэтому, может быть, нет, но Алису, наверное, я точно не буду брать. К другим присмотрюсь, но вот это точно для меня. В принципе, чисто для коллекции, наверное, я брать не буду. Прям вот, о, здесь совушка и лиса раскрашены. Вот здесь вот может быть красиво. Хорошо бы, конечно, но вот фломастеры с блестками здесь протекать будут. Может быть, гелевые ручки зайдут. Хотя нет, здесь можно использовать перламутровую акварель, а по контуру гелевую ручку, к примеру. Ну, такая вот раскраска. Я вообще нисколько не жалею, что ее приобрела. Это 2015 год. Она, конечно, классная. И несмотря на то, что обложка здесь не твердая, но картон довольно-таки плотный. Поэтому здорово.
Если видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно, и вы очень поможете продвижению моего канала. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Большое вам спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока!